нашему эфиру уже присоединяется Александр Гапон, глава общественной организации «Украинская аграрная ассамблея». Александр, я рада вас приветствовать. Добрый день, Каролина. Слава Украине. Героям слава. Александр, ну вот на самом деле сложившуюся проблему, которую сложила, все мы знаем, какая страна, решаем, ну, едва ли не всем миром. По крайней мере, Украина и партнеры Украины, которые могут присоединиться к решению и хоть какому-то улаживанию данного вопроса. Насколько оперативно это может произойти и насколько вообще действительно, ну, объективно данное решение может поспособствовать тому, чтобы избежать на самом деле очень глобальных и плачевных последствий вот таких вот игр с голодом? Я хотел бы поправить то, что говорил предыдущий, ну, дипломат, да, в предыдущем да, сюжете. Пожалуйста. Да, совершенно верно. 40% экспортировалось непосредственно морскими путями, которые были на Черном море. То есть из трех портов. Черноморск, Одесса и Южный. Но нельзя говорить о том, что 60% ушло железной дорогой или автотранспортом. Оно ушло на те же порты, только в Констанцу и в другие порты, которые отправляют наши грузы. Мы не можем сейчас говорить о том, что мы чем-то можем заменить. Несколько наших компаний в начале еще военных действий заключили контракты на Клайпедские порты и на порты Щецин с Свиноусти. Это в Польше. Клайпеда — это в Литве. Но если на Щецин и Свиноусти там есть большая проблема в перевалке именно грузов в портах, потому что там нет большой перевалки, и они на это не рассчитаны были, то Клайпедские порты действительно очень мощные и довольно-таки в хорошем находятся техническом состоянии. Там существует другая проблема. У нас широкая колея, в Польше узкая, в Литве опять широкая. Нам нужно сделать две перевалки. Этих перевалочных элеваторов попросту не существует. И если в Украине мы сейчас строим несколько предприятий, одно из них открывается буквально в этом месяце, и одно из них откроется на территории Польши по перевалке с узкой на широкую колею, то возле Каунаса этого нет. То есть эти работы там не ведутся. Поэтому эта перевалка на открытых площадках — это, ну, как бы 19 век. Мы сейчас заполнили порты европейские, насколько это возможно, своим зерном. Мы сейчас максимально используем железную дорогу и автомобильный транспорт. Но без одесских портов, без портов Черного моря мы не сможем выйти на хотя бы на то, что мы сделали в прошлом году. Также озвучивала информацию о том, что российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно, и это действительно такой момент, который требует, ну, не то чтобы продолжительных дискуссий, как раз таки требует определенных решений, ведь накладывать ограничения на продукты питания так не делают в демократическом мире, по крайней мере. Каким образом можно не допустить того, чтобы Россия условно наживалась на украинском зерне, то есть ограничить цену на продажу зерна, или как вообще это противодействие может работать? На самом деле мы можем много об этом говорить и говорить методы, какими можно это сделать. Но на самом деле ничего этого сделано не будет, потому что вы абсолютно верно сказали, что эмбарго на зерновые, на продукты питания сразу же поднимает цены на зерновые, то, за что борется Организация Объединенных Наций и другие донаты, которые донатят бедные страны зерновыми культурами и продуктами их производства. Кроме этого, если это в отношении России могли сделать, то давным-давно бы сделали ей точно такие же зерновые коридоры, как она сделала для нас. Потому что это участвующая в конфликте страна. И почему сейчас в Босфоре не проверяются российские суда на ввоз оружия, так как зерновой коридор с проверками теми, которые есть, состоялся благодаря именно мнению России, что у нас будет возиться оружие пустыми судами на территорию Украины. Но у нас тоже есть такие подозрения, они не безосновательны, потому что Босфор и Дарданеллу вот последний раз, это не только разведка и журналисты озвучили о том, что пролив прошло два судна, в которых было артиллерийское оружие из Сирии перемещалось на территорию Черного моря. Все страны НАТО, все страны Евросоюза спокойно сейчас смотрят на то, что Черное море превращается во внутреннее море Российской Федерации. Она решает, что нужно сделать. Устраивать проверки, кого-то пускать, не пускать. Отправляет фрегаты для того, чтобы уже угрожать проходящим судам. Когда она объявила, что будет противодействовать, будет считать все суда, которые идут на загрузку зерновыми, будет считать своими военными целями,
Она не говорила, что те суда, которые идут в Одессу или там в Южный, в Черноморск, она говорила обо всех судах. То есть о тех, которые идут на Дунайское пароходство. То есть Россия сейчас делает то, что она хочет, а мы называемся то, что можем. Ничего предпринято не будет. Я вам в заключение на этот вопрос скажу, потому что это противоречит вообще принципам ООН и принципам международных организаций о продовольствии. А можно сделать другие шаги, о которых я сейчас сказал. Потому что на сегодняшний момент эта сделка фактически не работала. Проход нескольких судов в месяц по зерновому коридору — это просто имитация работы и не больше того. Поэтому мы должны работать с Турцией и должны работать с НАТО о том, чтобы мы могли использовать судоходство. Где вообще морское право? Мы должны использовать судоходство в этом регионе. Россия хочет с нами воевать — это ее дело. Причем здесь судоходство иностранных кораблей, которые заходят. Вы же поймите, украинские корабли под загрузку не заходят. Заходят корабли под другими совершенно флагами. То есть Россия хочет обстрелять суда от других стран? Ну, хорошо, давайте на это тогда смотреть. Тогда можно делать в этом мире все, что угодно. И вот, кстати, об этом хотела продолжить наш с вами диалог. Каким образом могут и должны реагировать страны, чьи суда могут оказаться в опасности, более того, чьи суда Россия, например, может намереваться обстрелять, либо обстрелять? Смотрите, зашло судов 40% — это Греция, 20% — это Турция, это страны НАТО. То есть каким образом будет реагировать НАТО на обстрелы судов? Ну, если это состоится, мне хотелось бы посмотреть на это. Может быть, они будут обеспокоены опять, может быть, еще что-нибудь. Может быть, страховой компании возместят просто ущерб с какого-то бюджета, как сейчас там возмещают польским фермерам и так далее. То есть, ну, на самом деле, здесь вопрос простой. Это есть международные воды, есть морское право, и Россия, если будет нарушать морское право, она уже нарушила статут ООН, она нарушила все, что возможно, она нарушает морское право и вообще теперь считает внутренним своим морем, что она хочет там то делать. Зачем тогда вообще любые международные установы? Зачем это вообще все нужно, если есть одна страна, которая просто это не соблюдает? Все остальные боятся чего-то, там, думают, как на это реагировать. А одна страна просто берет и растаптывает все право, которое есть в мире, которые устои, которые были после Второй мировой войны, просто растоптало и все. Вот я считаю, что если же единственное судно должно быть обстреляно натовское или страны-союзницы, то это Третья мировая война. Ну, я это так вижу. Если кто-то видит по-другому, что это ошибка или не туда попали, ну, их право. Россия, безусловно, для того, чтобы вернуться в зерновую сделку, выставляет какие-то свои условия, попросту это шантаж. И мы понимаем, что на шантаж агрессора ни в коем случае поддаваться нельзя, потому что, во-первых, если даже условия будут выполнены, не факт, что Россия выполнит их со своей стороны, либо выполнит в полной мере. Как минимум. И когда Россия только вышла из зерновой сделки, либо заявляла о своем намерении это сделать, разговоры были о том, чтобы вообще исключить Россию и обходиться без ее участия. Насколько сейчас этот план выглядит реальным, и кто главным образом может и, возможно, даже должен поспособствовать его реализации? Вы абсолютно правильно говорите. Вся соль в тех словах, которые вы сказали в середине спича. О том, что бы мы ни подписали с Российской Федерацией, мы уже подписывали все возможные документы, это не поможет нам осуществлять нашу обычную работу, которую мы вели до военных действий. Что касается, кто должен помочь и обеспечить, сейчас Турция получает очень хорошую выгоду от работы зернового коридора. И именно Турецкая республика должна сделать все, потому что на ее территории находятся два пролива, Босфор и Дарданелл. Достаточно важны для того, чтобы использовать этот рычаг, для того, чтобы повлиять на Российскую Федерацию. И не то, чтобы ее назад вернуть в зерновую сделку, она там не нужна. Мы с ними ничего, еще раз повторяю, мы с ними ничего не заключали. Мы об этом с вами в эфире в том числе много раз говорили. То, что они заключили с ООН, окей, вы заключили с ООН, вы сами с нее вышли. Все, дальше сделка это не работает. Мы должны работать с Турцией, работать с ООН и работать с НАТО. НАТО в том числе и Соединенные Штаты должны приложить все усилия, чтобы Турецкая Республика на сегодняшний момент, выборы прошли, все успокоилось в стране, чтобы Турецкая Республика заняла свою позицию. У нее на сегодняшний момент, если забрать у Украины оккупированные прибрежные территории России, у нее самая большая территория на
Черноморском побережье. Почему Российская Федерация говорит Турции, что она, в том числе Турция, то есть всем странам Черноморского побережья, что теперь здесь небезопасно, мы теперь можем здесь стрелять по мирным судам, а вы просто сидите и смотрите. То есть получается, ну, я же говорю, какой-то диссонанс вообще, то, что происходит сейчас в мире. И я же говорю, здесь не выйдет уже обеспокоенность. Если мы сейчас, я имею в виду мы, весь прогрессивный мир, съезд в то, что Россия запретила судоходство частных судов, в том числе принадлежащих Евросоюзу, по Черноморскому бассейну, то о чем вообще дальше можно говорить? То есть тогда мы, наши солдаты, погибают здесь, на территории Украины, побеждая каждый день, отвоевывая территорию. А в глобальном вопросе мы проигрываем войну, потому что Россия захватывает то, что она может сделать просто на бумаге или своими военными кораблями в акватории. Такая мера могла бы быть временной, или на самом деле, если уж такое происходит, то это уже достаточно, как минимум, на продолжительный срок? Каролина, смотрите, сейчас временной быть, меры не может, потому что то, что мы могли использовать, возможно, добавить до 10%, и то это в процессе, наверное, полугода, до тех маршрутов, о которых мы с вами говорили в начале нашей беседы. А если мы сейчас останавливаем на месяц, хотя бы на два, экспорт зерновых, мы теряем 5-6 миллионов, а это будет... те же там 15% от экспорта зерновых ежегодного нашего, то, что мы проводим по... Тем более вот эти месяца, которые идут там у нас во второй половине года, в первой половине маркетингового года, как мы его называем, сельскохозяйственные работники, то это наибольшее количество вывезенного зерна. Поэтому и альтернативных вариантов я не вижу, но нужен Черноморский зерновой коридор. И второй аргумент — там не нужна Россия, ее там нет и не было. И пускай они расторгают все, что угодно. Должен быть конвой, это обязательно. И Россия, она больше разговаривает обо всех применениях, о захвате Киева за 3 дня, обо всем. Она не сможет это сделать. А если сможет, должен быть сразу же адекватный ответ стран НАТО на применение оружия против частных судов гражданских, которые идут в акватории. И вот действительно очень важный момент о том, что Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры, дипломатам, конечно, активизировать контакты с иностранными партнерами, чтобы пытаться продолжать экспорт зерна. И тут очень немаловажный момент — это защита, то есть организация техническая, физическая, транспортная — это, безусловно, важный момент, один из основных. Но ведь защита также должна быть усилена, тем более, если там не будет России. Мы же понимаем, какие действия Россия может и, вероятно, будет предпринимать. И вот скажите, насколько оперативно можно усилить ту самую защиту? Ее усилить можно, и довольно-таки оперативно. И сейчас, насколько я знаю, ведутся переговоры в том же самом Патриоте на юге, чтобы эти установки стояли. Постоянно наши военные говорят об F-16, если бы их передали, там, грубо говоря, завтра, это бы остановило уже завтра. Как написал, я прочитал военный эксперт американский, сотрудник Пентагона в отставке, что над Ираком, благодаря F-16, в течение 24 часов был полный контроль неба над Ираком, который тогда имел довольно-таки серьезное вооружение, и Саддам Хусейн к этому готовился. На сегодняшний момент мы видим не то, что Россия может сделать, она уже делает. Она разрушает портовую инфраструктуру, чтобы показать другой еще один момент. Так а как они будут возить, если у них фактически не осталось портовых элеваторов? То есть они их планомерно разбивают. Абсолютно не так. Из тех портовых элеваторов, которые они обстреляли, один действительно уже не подлежит восстановлению, там проще все смести и строить его заново, другие портовые мощности будут восстановлены от месяца до полугода. Кроме этого, у нас есть портовые элеваторы Николаева, Ольвия и так далее, те, которые октябрьские, которые стоят сейчас в рабочем состоянии, но они не задействованы. И есть портовые элеваторы, которых у нас, у нас на Черноморском побережье их предостаточное количество. И использовалось на сегодняшний момент 3 порта именно. Это от наших мощностей 60%. То есть мы можем это делать, но нам нужна поддержка. Действительно, нужно усилить оборону Черного моря именно установками противовоздушной обороны. Иначе рашисты будут продолжать разбивать нашу инфраструктуру, и мы действительно можем дойти до того, что мы потом сами себе скажем, что
Нужно время для восстановления. Сейчас мы не можем сделать того, что мы делали раньше. Безусловно, следующий вопрос я задам не потому, что я имею какое-то беспокойство по поводу благополучия России, а потому что я хотела бы, чтобы наши зрители в разных странах, в том числе и в России, также слышали эту сторону вопроса. Это то, что теряет Россия от выхода из зерновой сделки. Насколько высоки эти потери и насколько, на самом деле, они могут повлиять, в том числе, на экономику России, по которой без того бьют, например, ограничения. То есть Россия, получается, сама себя ограничивает, вот, например, в этом вопросе. Ну вот мы с вами говорили в середине нашей беседы о том, что при выходе из зерновой сделки, когда она заключалась между Россией, ООН и Турции, был прописан вопрос о беспрепятственном выходе торговых судов Российской Федерации через Босфор и Дарданеллы. Если вы вышли из этого соглашения, то, соответственно, ООН и Турция с вами этого уже не подписывал. То есть, но все боятся использовать эту статью. То есть мы также точно можем ввести какие-то ограничения, мы можем не пропускать все суда, можем их проверять, таким образом затормаживая деловую активность. И ни в коем случае нельзя идти то, о чем мы говорили в начале, на их как бы выдуманные свои хотелки о том, что они хотят вернуть Россельхозбанк в систему SWIFT или создать дочку, которая получит SWIFT, разрешить Тольятти, Одесса, аммиакопровод, хотя это от этого они сейчас уже отходят, потому что они достраивают на Тамани свой аммиакопровод, который точно так же не будет заблокирован, посмотрите сами, и будут они продолжать возить аммиак, потому что это аммиачные удобрения, это продовольствие, он на это никогда не пойдет. Плюс запчасти, которые они хотят. Это все их хотелки. То есть на самом деле важили, как я сказал, очень много. Но насколько готова Европа, Евросоюз, НАТО, Америка использовать их, и в первую очередь Турция, вот от этого зависит вообще существование дальше правовых основ в нашем мире. Потому что то, что сейчас происходит в Черном море, хорошо, Россия напала на Украину, это, по их словам, надуманным, составляло для них опасность. То есть таким образом они показывают, что, ведя боевые действия в Черном море, для них представляет опасность и Турция, и Болгария, и Грузия, и Румыния, и Украина. То есть это просто нонсенс и нарушение всего, чего только возможно. Поэтому насколько захочет использовать весь прогрессивный мир свои важили, настолько он их использует. И их сейчас достаточно. Просто все глубоко обеспокоены. Александр, я благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Как всегда, дали нам развернутый, очень интересный ответ. Зрителям напомню, что Александр Гапон, глава общественной организации Украинской аграрной ассамблеи, был с нами на связи.